Село Ильичевское Прикубанского района на один день стало центром притяжения самой активной молодежи со всех сельских поселений нашего региона. По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова прошел первый республиканский фестиваль сельской молодежи. Подробности в материале Ахмата Халкечева. Первый республиканский фестиваль сельской молодежи собрал свыше 500 участников со всех муниципалитетов Карачаево-Черкесии. Цель мероприятия – духовно-нравственное патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также раскрытие творческого и кадрового потенциала молодых людей, живущих именно на селе. Фестиваль организован по прямому поручению главы республики Рашида Тимрезова. Реализацию первого в истории нашего региона столь масштабного мероприятия для сельской молодежи во взаимодействии взяли на себя автономная некоммерческая организация «Моя карьера», администрация Прикубанского района и Республиканское министерство по делам молодежи. Это целый комплекс мероприятий, который будет организован и проведен в течение 2023 и 2024 года. Фестиваль сельской молодежи – это первое якорное мероприятие. Также в сентябре у нас будут активно проходить акселераторы социальных проектов. В каждом из муниципальных образований районов, имеется в виду Карачаево-Черкесской республики. Для участников фестиваля организованы спортивно-игровые, интеллектуально-познавательные, а также великое множество различных альтернативных площадок. Самые юные соревновались в мастерстве фехтования и быстроте смекалки на всевозможных викторинах. Те, кто постарше, демонстрировали превосходную технику и ловкость на борцовском ковре и в толкании камня. Ну а те, кто планирует связать свою судьбу со службой в силовых структурах и правоохранительных органах, состязались в скоростной сборке-разборке автомата. Сборки автомата Калашникова. Приступите. Свои экспозиции на фестивале выставили и сельхозтоваропроизводители различных форм хозяйствования и собственности. Ну а крупные представители отрасли, помимо презентационных павильонов, устроили и ярмарку своих вакансий. Молодежь, сами понимаете, без развлечения им не подашь что-нибудь нужное. Поэтому мы продумывали программу такого развлечения. Но мы хотели удивить именно теми всероссийскими фирмами, которые у нас присутствуют на территории района. Вот, допустим, откормочные хозяйства в поселке Ударном, фирмы «Домате», вот они у нас присутствуют на выставке. Они предлагают свои вакансии, показывают свою продукцию. Также у нас присутствуют сады Карачаево-Черкесии, чей филиал находится в Таллыкском сельском поселении. Там очень много работы, и, соответственно, требуется и рабочая сила. Это была изюминка именно вот этой части выставки. Подобные мероприятия на сельских территориях теперь будут проводиться на регулярной основе, потому как они крайне важны для вклада каждого в дальнейшее социально-экономическое развитие региона, отметил министр по делам молодежи Карачаево-Черкесии Ибрагим Татаргулов. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.